Вітаю вас, продовжуємо наш святковий телемарафон «День з містом». Спробуємо розвінчати один відомий стереотип про те, що Кривий Ріг – лише промислове місто, та довести, що ми не пасемо задніх у спорті. Саме тому в гості до нас завітав президент Федерації стріт-воркаут Кривий Ріг Андрій Калінкін. Вітаю, Андрій, для людини посвячених, що таке воркаут? Воркаут в переводі з англійського означає «улічна тренування», тобто «стріт-воркаут». Под собой подразумевает он упражнения с весом собственного тела на спортивных площадках, на улице, на свежем воздухе. Можно просто отжиматься дома от пола, всем привычные отжимания, подтягивания, отжимания на брусьях, приседания, прокачка пресса. Это все как бы такая вот новая популярная культура, по сути как бы хорошо забытая старая, но преподнесенная уже в новом свете с красивым таким английским словом «street workout». Наскільки цей вид спорту розповсюджений у світі і чи користується він популярністю саме серед криворіжців? От якраз він дійсно зараз набирає огромні обороти по всьому світу, проводяться соревнования на всіх континентах, в різних странах, створюються федерації воркаута, команди по воркауту, є вже імениті атлети, які є приміром для десятків тисяч ребят теж по всьому світу. И, естественно, Украина и Кривой Рог не отстают от этих модных тенденций. И у нас тоже есть своя федерация воркаута, есть свои команды по воркауту в нашем городе. Ребята-энтузиасты, которые проводят бесплатные тренировки, которые уже достигли определенного уровня и уже могут поделиться своим опытом с другими ребятами. То есть, конечно, Кривой Рог тоже не отстает от мировых тенденций. И мы являемся представителями Всемирной федерации стрит-воркаута Calisthenics. И второй год, уже третий год в этом году, мы будем проводить Всемирный день подтягиваний. Два предыдущих дня подтягивания Кривой Рог занимал первое место в Украине по подтягиваниям, поэтому Кривой Рог, наверное, один из самых таких развитых городов в этом плане по воркауту. Ну, будемо сподіватися, що ця традиція продовжиться і далі. Що потрібно для того, щоб початківцю зайнятися воркаутом? Нужно желание. Желание и мотивация. Тренировки все абсолютно бесплатные. По сути, идеология воркаута заключается в том, что каждый может измениться. Это такая некая альтернатива тренажерным залом, по сути своей, которая показывает, что если ты хочешь накачаться, хочешь просто быть здоровым, привести свою фигуру в порядок, тебе не нужно для этого покупать абонемент, искать персонального тренера и так далее. Ты просто можешь выйти на улицу, найти турник, который есть практически в каждом дворе, который есть при школьных дворах и так далее. Сейчас строятся по всему городу площадки и начать заниматься. С элементарных подтягиваний, отжимания на брусьях, отжимания от пола, потом уже постепенно, тренируясь ежедневно, можно достичь определенного уровня. Сколько потребно часу, чтобы побачити первые результаты? Я свои видимые результаты увидел после 3 месяцев ежедневных тренировок, поэтому есть проект у нас, буквально недавно он закончился, называется «Воля императора». 21 день ежедневных тренировок, которые, в принципе, вводят в привычку человека и показывают видимый результат. То есть 21 день, в принципе, тоже достаточно для того, чтобы увидеть изменения. Насколько развинена в Кривом Розе инфраструктура саме для воркауту? Потребно не много, но все же? Я думаю, что в принципе развита инфраструктура, но есть, конечно, некоторые районы, некоторые микрорайоны, где площадок не хватает, но по сути последние 3 года активно строятся площадки, общественные организации, не только воркаута, а в целом различные развивающие наш город организации подаются на гранты для того, чтобы именно строить площадки по воркауту. Чи існують якісь обмеження в воркауті? От я знаю, що, наприклад, цей вид спорту дуже користується непоганою популярністю серед дівчат. Ограничений нету, поскольку, повторюсь, это упражнение с весом собственного тела, это, по сути, такой природный спорт. Нету вертикальной нагрузки, давящих штанг и так далее, поэтому заниматься могут и дети, которые уже могут просто взяться и держаться за турник, и девчонки, и можно уверить девчонок, что накачаться, они боятся, наверное, что они могут накачаться, стать там бодибилдерами и так далее. Это все миф. Для того, чтобы накачаться именно на турниках с весом собственного тела, нужно потратить очень много лет и действительно так заниматься этим очень серьезно. Но для поддержания формы это замечательный вид фитнеса, свежий воздух, море красивых накачанных парней, знакомства и так далее. То есть девчонки тоже активно приходят сейчас и присоединяются к этому движению. Чи берут криворізькі спортсмени участь у международных змаганнях? В международных пока не принимают участие, но во всеукраинских у нас ребята ездят и в Николаев, в Никополь, в Днепропетровск, в другие города Украины и занимают иногда и там и призовые места. Вот прошлым летом Кривой Рог в Никополе
занял практически все призовые места. Поэтому, конечно, да. Кого можно поименно выделить, кто краще у нас? Богдан Писанов, это капитан команды Street Workout United. В прошлом году мы ездили в Никополь, Владимир Плющ занял тоже первое место в одной из номинаций. Ну вот из тех фамилий, которые помню, вот эти вот две. Найбільш спортивні. Угу. Який район найбільш спортивний у Кривому Розі? Який район можна відзначити? Самых спортивных у нас, наверное, три района. Там три самых больших площадки. Это площадка Криворожского национального университета на КТУ здесь у нас. Это площадка в Жовневом районе на прудах. Это самая большая площадка на сегодняшний день в городе. Там есть и кольца, и тренажеры, и огромное количество турников. И новая площадка, которая открылась буквально в прошлом году в парке Правды возле пляжа. Тоже самая такая современная площадка, которая тоже привлекает только одним своим внешним видом внимания. И тоже там всегда занимаются люди. И буквально вот в воскресенье мы провели там чемпионат городской по воркауту, Кубок Правды, где собрали больше 70 участников. Как известно, талановитые люди талановитые не лише в одной сфере. Коло твоих интересов, я знаю, не обмежуется лише воркаутом. Расскажи трошки. Ну, еще я рисую, как ни удивительно, губной помадой, кофе. Ну, интересно мне как бы отходить немножечко от там, традиционных видов рисования, от там, масляной техники, может быть, там акварели и так далее, и какие-то вот пробовать новые инструменты рисования, такие как кофе, помада. Досить таке незвичне поєднання, воркаут и малювання, от саме такий незвичний спосіб, звідки воно пішло? Я не знаю, я занимаюсь всем, что мне интересно, не ограничиваю себя в этом, не пытаюсь искать какой-то привязки, совместимости видов деятельности. Мне нравится, я делаю, мне не нравится, я не делаю. Криворіжці святкують День міста, з чим вітаємо всіх. Що можна побажати рідному місту від спортивної спільноти? Желаем всем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть активными гражданами. Не ждать, пока кто-то что-то придет и сделает, брать инициативу в свои руки, можно без проблем создавать тоже подобные движения, не только, может быть, в направлении воркаута, но в направлении футбола, баскетбола, различных видов спорта, проводить какие-то мастер-классы бесплатные, тренировки, присоединять к этому людей, создавать команды, организовывать соревнования. Все в наших руках, ничто нас в этом плане не ограничивает, поэтому желаем всем успехов и процветания нашему городу и в спортивной сфере. Дякую. Успехов не лише спортивных, а и життєвих бажаю усім криворіжцям. Продовжуємо наш марафон. Не перемикайте.